сколько им еще раз им. Это их заслуга. Потому что когда-то мы это все начинали вместе, и сейчас это живет, продолжается и дышит. Ура! Я желаю задоринкам еще по 23 раза. Я всегда восхищалась творчеством задоринок, и мне очень нравится. Я считаю, это шик, это элита сосновоборского искусства, и я не видела нигде в России подобного уровня. Мне безумно нравится творчество нашего коллектива, наших студентов. Замечательно. Выпускники, мои ученики здесь. Это с большим удовольствием. Очень. Я прихожу, на 15 лет была, на 10 лет была, и вот на 20. Великолепно. Поклонница. Понравилось? Да. Поклонница Задорина? Конечно. Многолетняя. Вы постоянно ходите на концерты? Каждый концерт. Потому что у меня здесь дочь. А, дочь танцует. Образцового хореографического ансамбля «Задоринки». 20 лет этот замечательный, всеми любимый коллектив радует нас своими выступлениями, своими талантами. Людмила Геннадьевна и Руслан Сергеевич, просим вас присоединиться к нам. Почетной грамотой Министерства культуры Красноярского края награждается Поповичева Людмила Геннадьевна, художественный руководитель образцового хореографического ансамбля «Задоринки» городского дома культуры «Мечта города Сосновоборска» за высокий профессионализм и личный вклад.